Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, начинаю новый влог. Как вы уже, наверное, поняли, я совсем сильно разболелась, девочки, я 100 лет так сильно не болела, как в этот раз. Причем я заболела, пошла на поправку, потом снова заболела. В общем, как-то так. Глазки у меня уже прошли, но не совсем, на самом деле, я уже накрасилась, не могу я уже. Вот, не совсем они у меня прошли, ну, как бы прошли уже, то есть курс лечения я уже прошла, но они у меня такой вид, во-первых, они у меня какие-то, мне кажется, разные, это первое, стали, во-вторых, немножко все равно опухшие, припухшие, и такое ощущение, как будто как заплаканные, хотя я не плакала, девочки, я просто немножко приболела, в общем, такая инфекция какая-то на меня напала, вот, но не будем о грустном, девочки, желаю всем здоровья, берегите себя, всего самого хорошего. Сейчас хочу показать вам маленький заказ. У меня совсем малюсенький заказ с Вальберис. Ну и так, сегодня немного обо всем. Во-первых, я заказала вот такой вот себе, вот он здесь вот, бальзам для губ, который увеличивает губы. Девочки, он жжет. Это реально что-то с перцем. Но насчет увеличения губ нет, не увеличивает, делает их цвет более ярким, контур более четким, жжет прям перчиком, девочки. Вот кто не любит такой эффект, я не могу вам посоветовать. Он совсем-совсем малюсенький, видите, малышечка такая совсем. Но он очень хорошо восстанавливает губы, реально очень хорошо восстанавливает губы, мне понравился. Не знаю, возможно, буду заказывать еще. Ну, прикольный на самом деле. Нет, не увеличивает губки, девочки, совсем. Ну, по крайней мере, мои на мне так не работает, но работает хорошо. То есть контур становится более такой, ну, как омолаживает губки, можно так выразиться. В общем, мне понравился. Также я заказала вот такую подводку от Lux Visage. У меня есть подобная подводка, но она у меня с кисточкой, не с фетровым наконечником, а здесь именно с фетровым. Кстати, она классная подводка вот эта. Смотрите, вот такая вот. Это фетровый наконечник. Не видно. Не видно, да, наверное? Так вот более видно. Фетровый наконечник. Классная сама по себе подводка, но вот у меня была, еще раз повторюсь, именно с кисточкой, которая. Попробую вот это, чисто черная. Она действительно очень стойкая, не размазывается, не растекается, классная. Но вот та, которая у меня была не с фетровым наконечником, а с обычным. И также я заказала снова себе носочки, девочки, пока болела. Для меня это было очень актуально. Да и вообще, вот такие вот носочки. Я их уже заказываю не первый раз. Вы знаете, они мне очень нравятся. Заказала уже вот такие цвета. Ну, черные мне в особенности нужны были. Сейчас распакую, покажу. И здесь каждого цвета идет в упаковке две пары. Вот видите, вот так вот они называются. Комфортная прочная резинка, сохраняет тепло, улучшает кровообращение и так далее. Действительно, очень комфортная вот эта резиночка. Не впивается, у кого отекают ножки, хорошо держит. То есть они не сползают, и при этом они не впиваются, не оставляют следов. Знаете, как вот бывает, снимаешь, у нас какие-то такие полосы на ногах. Здесь этого нету. Достаточно прочный носочек. И вот здесь. У меня предыдущие, некоторые из них, ну, как у многих, наверное, носочки просто теряются у меня в доме. Или остается всего одна пара. В общем, точнее, один носок из пары. В общем, я себе заказала. Производство Россия. Классные вот такие вот носочки. Девочки, ссылочку оставлю. Очень всем советую. Они мне так нравятся. Они еще такие тоненькие. Знаете, вот комфортные. Очень хорошие носки. Здесь по составу 170 хлопок, 20 ПА и 10 лайкра. Ну, очень комфортные носочки. Я всем вам вот эти вот носочки рекомендую, девочки, от всей души. Разных цветов есть. В общем, супер. Но я заказала вот такие. Мне в основном черненькие нужны были. Но здесь черные, серые, такие темно-темно-серые, светло-серые и вот такие вот бежевые носочки. Носочки супер. Всем советую, рекомендую. От всей души, девочки. Ну вот, заказала себе еще. Это, по-моему, третья моя упаковочка в течение года. Я их заказываю, очень довольна. Если бы они еще не терялись в стиральной машине. Стиральная машинка их ест.
Как у многих, наверное, это было бы вообще супер. В общем, носочки супер, девочки, рекомендую всем. Вот, и рекомендую всем, ссылочки я вам все оставлю. А вот этот бальзам, вот смотрите, он какой маленький, малюточка. Но он жжет губы, девочки, вот прям от души. Он не ментоловый, он скорее с перцем, наверное. Вот этот вот масло. Но очень хорошо восстанавливает, знаете, такие прям шелушения. Очень хорошо прям. В общем, мне понравился, не знаю. И еще, девочки, я хочу в этом видео предложить вам поучаствовать в конкурсе. Мне предложили провести на своем канале конкурс для вас. И я с огромным удовольствием согласилась. Значит, вы знаете, что, кто меня давно смотрит, что я периодически заказываю различные закваски от компании Bugzdrav. Они мне нравятся очень. Всегда. Вот что бы я ни заказала, что бы я ни делала, всегда все получается идеально. Вот у меня сейчас осталось, я, наверное, показывала, может быть, не показывала. Я делала заказ перед Новым годом. И вот у меня осталось две закваски из этого заказа. Йогурт греческий, тут у меня одна штучка. И сметана, кстати, получается очень вкусно, но сметаны получается много. Хорошо, я вот делаю, когда, ну, делаю вот эту закваску сметаны, как бы поесть дома, да, и так как сметаны получается много, и еще делаю, например, какой-нибудь торт со сметанным кремом. Ну, или какой-нибудь пирог со сметанным кремом. Ну, что-то в этом духе. В общем, использую еще именно вот так. В общем, у меня здесь сметана. У меня тут два стика осталось. Я заказываю обычно упаковкой сразу. Вот два стика. Храню на дверце в холодильнике. У меня осталось сметанки. И йогурта у меня вообще остался. Тут идет инструкция. Ну, у меня сразу она лежит, мало ли, если я что-то забуду, вот, сразу в коробочке. И греческий йогурт вот у меня остался, у меня было много, у меня было штук 5, наверное, 6 заквасок, вот у меня остался греческий йогурт один всего. Вот, греческий йогурт я, кстати, делаю его, добавляю сюда тоже всякие чесночок, там зелень, специи какие-то, и получается такая очень вкусная штучка, как бы. Нравится моим мужчинам. В общем, делаю я периодически вот эти вот. И со мной, в общем, связался менеджер. Там предлагал мне всякие акции, новинки и так далее. В общем, как-то так получилось, что мы с ним стали переписываться по WhatsApp. И он мне спросил, есть ли у меня социальные сети. Я сказала, что у меня есть канал на YouTube. И мне предложили просто провести для вас конкурс. Мне прислали вот такую коробочку. Это то, что будет участвовать в этом конкурсе. Давайте откроем и посмотрим. То есть здесь те продукты, которые кто-то из вас может выиграть. Собирать я буду вручную, девочки. Я сейчас искала вот этот вот, генератор какой-то, да, вот этого выбора. Но у меня все равно нет ваших ников до сих пор, поэтому я просто вручную выберу. Ого-го! О, кстати, здесь есть сметана. Девочки, вот такой вот получается у вас будет набор. И здесь есть, вот у меня сметанка. Сметанка очень советую, она получается густая такая, и она идеально подходит на крема для каких-то тортиков, какой-то выпечки и тому подобное. И даже вот этой сметанкой очень хорошо, например, какой-то кекс вы выпекаете, смазываете, и, допустим, туда вот эти вот лепестки, миндальные лепестки сверху и запекаете. Получается вообще очень-очень вкусно. Допустим, добавляете еще там сахарной пудры туда. То есть такой вот, ну, короче, для выпечки вот эта сметана, она, мне кажется, идеальная просто. Вот она здесь есть. Давайте я вам покажу, что здесь есть. Здесь вот сметанка. И здесь идет 5 стиков, да? Да, в коробочке инструкция и 5 стиков получается. То есть 5 сметанок. Один стик здесь рассчитан, по-моему, от 2 до 5, от 1 до 5 литров. Я беру, обычно покупаю бутылку большую, там 1,5 или 2 литра. И сметанки получается много. Как я уже говорила.
Также здесь будет идти закваска иммуна. Я, кстати, такую не покупала, не пробовала, но мне кажется, что мне как раз идеально сейчас. Восстанавливает и защищает микрофлору, улучшает пищеварение, синтез белков и витаминов. Мультиштамповый состав из 13 видов бактерий многократно увеличивает эффективность продукта. Содержит бактерии, которые вырабатывают вещества, стимулирующие иммунные процессы организма. Это вот то, что прям мне доктор прописал, девочки. Так, здесь тоже будет упаковка из 5 стиков. Дальше. Нет, вот эти закваски, девочки, Бакздрав, они вот идеальны просто. Если вы никогда не делали, у вас все равно получится. Следующий, это будет закваска «Женское здоровье». Называется это закваска «Гармония». Тоже способствует формированию здоровой микрофлоры у женщин, подавляет рост условно-патогенных микробов. Бактерии в составе являются представителями нормофлоры женского организма. Очень советую нам, девочкам. Нам, девочкам, очень надо. Так, закваска «Слим». Это вообще актуально перед летом, да? Лето же скоро все-таки. Все-таки должно наступить лето. Здесь еще вот такие вот. Вот это вообще очень йогурт. Потому что у меня, кстати, йогурт, вот я как раз в предыдущий раз заказывала, с удовольствием ели мои мужчины вместе с вареницем. Очень вкусно. Вот такие вот здесь, получается, тоже 5 стиков йогурт лежит. Вот, он, кстати, получается очень густой, очень вкусный. И прям я рекомендую. Так, дальше. Здесь есть еще немножко косметики. И косметика это очень хорошая. Мне она нравится. Во-первых, здесь вот такой вот, смотрите, какой шприц. Крем для век и кожи вокруг глаз пробиотический. Я, кстати, с огромнейшим удовольствием его потестирую. Я в прошлый раз, когда заказывала, еще смотрела на эту косметику, думала, заказать или не заказать. У них, если кто будет заказывать, у них есть очень хороший крем для рук. Вот он, кстати. Вот он, девочки. Вот этот крем для рук, он просто супер. Скоро огородный сезон. Прям все, что нужно нам, девочки. На самом деле, он хорошо заживляет, вот, знаете, от работы в огороде, каких-то наших домашних дел. Вот, я не знаю, у меня вот здесь вот часто образовывается такой... Вот он. Будешь сметанку есть? Он, кстати, у меня любит сметану, обожает. Сметанку будешь? Мама тебе сейчас сделает сметанку. Сметанку котику. А то уже он щечки же похудеют, да? Так вот, вот этот крем для рук, он хорошо заживляет вот эту вот часть. То есть кожа становится такая мягкая, и какие-то мелкие трещинки, мелкие ранки очень хорошо с ним заживляют. Вот как раз он и есть крем для рук пробиотический, для всех типов кожи, для всего возраста. Вот быстро впитывается, мгновенно увлажняет, вот, замедляет рост кутикулы, укрепляет местный иммунитет, тра-та-та, повышает тонус, стимулирует... репаративные процессы. Это, наверное, заживление, да, имеется в виду. В общем, вот этот крем будете заказывать, девочки, а я советую, реально советую. Это не реклама, это просто мне предложили для вас провести конкурс, потому что я там была покупателем постоянным, мне предлагали всякие скидки и тому подобное, как я уже сказала. Так, и вот такой вот лифтинг-сыворотка для лица пробиотическая, для всех типов кожи 35+. То, что мне надо. Прям вот для меня. В общем, вот такой вот у нас получается набор вы получите, если поучаствуете в этом конкурсе. Для тех, кто не участвует, а сами хотят что-то заказать, я вам также оставлю, мне предложили также для вас промокод со скидкой, которым я тоже обязательно воспользуюсь, потому что мне еще, я еще хочу заказать творог. У них очень вкусный творог получается, девочки. Вот это вот закваски с творогом очень вкусные. Он, то есть вы можете его добавить, например, там зелень и чесночок, он получится такой вот, ну, вкусный, в общем. Или добавить что-то сладенькое и поесть. Но творог получается у них действительно очень вкусный. Нет вот такого какого-то непонятного привкуса, такой прям вкуснее покупного. Вот
так вот я скажу. В общем, творог тоже очень классный. Я когда делаю творог, я тоже его делаю сразу много. И на сырнички, на какую-то выпечку, и так просто поесть. Тоже классно. Ну, вы знаете, что я молочку не всегда много ем. Вот. Но закваски покупаю постоянно. Моим мужчинам очень нравится. Что очень удивительно. Обычно им не очень нравится. Вот. Так что вот такой вот вы получите набор для себя, для своего здоровья и красоты в том числе. Для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Так, для тех, кто не участвует, я сказала, что оставлю под этим видео промокод, который просто вам... Мне он ничего не будет давать, просто вам даст дополнительную скидку. Я, когда буду заказывать, тоже обязательно им воспользуюсь. Так, для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, наговорила кучу времени, извините, нужно просто оставить комментарий под этим видео. И все. Вот. И, соответственно, когда будут результаты конкурса, а результаты конкурса у нас, давайте, будут... Результаты конкурса я объявлю, давайте тогда сделаем 5 апреля. На канале сделаю маленькое видео. Я выберу вручную, я еще раз говорю, поэтому... Вот. И компания Багздрав вышлет вам вот такой вот наборчик. Конкурс проходит по России... только по России, поэтому имейте это в виду. И все, от вас нужна будет потом только адрес электронной почты и номер телефона, и я передам менеджеру, и он вам вышлет вот такой вот классный набор. Условия конкурса вообще простые. Хотите поучаствовать, так и пишите, что вы хотите поучаствовать. Вот и все. То есть оставляем комментарии под этим видео. Я с огромнейшим удовольствием желаю победить каждый из вас. Вот. Но на самом деле закваски эти очень классные. Вот эти, которые у меня оставались. Я буду заказывать еще. У них еще творог вкусный. Вот этот греческий йогурт. Он вообще густой. Мне он даже больше нравится, чем обычный йогурт. Он прям такой вот, как знаете, как желе такой ложкой берешь. Очень вкусный получается. В общем, всем желаю победить. Но а сегодня у меня такой... На самом деле, из-за того, что восстанавливаюсь после болезни, то у меня такие вялотекущие дни, я практически ничего не делаю, потому что, знаете, начинаю что-то делать, и все, я вся мокрая, просто вся мокрая. Вот, и как-то так. Пока я тут болела, девочки, смотрите, какая у меня красота. Вот это вот надо мне все отрезать уже, ну, видите, болела тут. Не до этого было. И распустилась. Вон, джуська моя. Смотрите, у нас погода потрясающая. Прям весна-весна, да? Вон, джусиндра моя ходит. Молоденец и проверяет. Да, джуся? Вот. Смотрите, какая у меня вторая прелесть распустилась. А вот это, видимо, не будет в этом году цвести. А вот это она мне должна быть красно-белая. Хочу еще себе в коллекцию приобрести других цветов. Ну, вот как есть. На самом деле, их надо пересадить. Видите, немножко у меня там подтекает кашпо. Вот. В общем, это обрежу я. Я их только поливала, и все. Вот такая вот у меня красавица белая. Белая мне, кстати, очень нравится. Это первое мое растение. Подобное, да. Которое я приобрела. Ему уже года... 3, может быть, 4 даже. Вот. Эту, по-моему, я в прошлом году красную покупала. В общем, не помню уже, девочки. Вот. И я, кстати, обрезала вот эту гераньку. И она мне, видите, тоже начала отрастать. Обрезаю их постоянно. Вот здесь вот почку дают. Иначе они вытягиваются и не цветут. Поэтому обрезаю их. А у нас на улице, да, вот такая вот погода. Прям весенний, я бы сказала, да, девочки? Загораешь? Бона загорает. На солнышке солнышко выглянуло после снега. И Бона загорает. Красота, скажи. Это там лай, как всегда.
Жуся, перестань. Все. Я тут решила сделать пирог. Это пирог с персиками. Я вам оставлю рецепт теста, но это что-то наподобие шарлотки, только немножко другая вариация. И сверху выкладывается вместо яблок, в моем случае, персики. Я это к чему? Персики я замораживала. Замораживала их в конце лета, и они мне очень хорошо сохранились, и я их использую на вот подобный пирог. Пирог получается очень вкусный. Персики как будто бы консервированные. Просто нарезаю их дольками, сложила в контейнер и брала в морозилку. Потом достаю и вот делаю подобный пирог. Я это просто показываю вам еще к тому, что так можно замораживать. Вот скоро у нас сезон, да, и остается там, у меня просто оставались там откупленных пару персиков, они начали как бы немножко портиться, и я их, в общем, заморозила. Такая идея тоже. Вот такой получился пирог. Пирог очень вкусный, просто делается, буквально как шарлотка, только это такой немного другой вариант, повкуснее, я бы так сказала, потому что шарлотка тоже надъедает, яблоки печеные тоже надъедают, а так вот такие из моих летних запасов, можно сказать, вот такой вот очень вкусный пирог. Можно просто посыпать сверху, можно вообще его никак не украшать. Я лепестками миндаля украсила и немножко сахарной пудры. Девочки, снимаю уже на следующий день. Вчера, короче, я вам начала влог и в итоге сделала вот пирог только. И, короче, смотрите, что натворила. Я занялась тем, что стала пересаживать цветы. Потому что муж мне вчера привез землю, большой мешок. Ну, купил в обе. Я, короче, решила попересаживать цветы. И вчера так увлеклась, короче, до 10 вечера этим занималась я. Оставила вот такой бардак, даже землю не подмела и пошла спать. В общем, сегодня мне нужно доделать. Нужно попересаживать некоторые цветочки. И на этом все. Здесь вот кое-что пыталась собрать. Самое главное, я пересадила вот этот вот мой цветок. И смотрите, в общем, у меня же здесь стоит аквариум, да? Здесь тоже грязь. В общем, буду сейчас все убирать. И у меня вот эти плети, вот эти вот, он стал пускать туда за аквариум. Зачем? Не знаю. И в итоге, смотрите, что. Это я вчера, мы вчера с сыном моим доставали вот эти плети за аквариумом. И вот, смотрите, он какой бледный. Вот видите, листочек совсем-совсем бледный. То есть зачем-то он туда полез. Вот, видите, вот такая большая плеть. Соответственно, естественно, листьев нет. Вот они то есть стали, видите, вот так вот. В общем, короче, вот такой вот у меня цветок. Пересадила его в большой. Ну, у меня был вот этот вот горшок большой. Сюда его пересадила. Давно он просил пересадку. Вот. И, в общем, еле-еле вчера его пересадила. И этот большой цветок у меня жил вот в таком, как бы кашпо такой большой. Ну, не кашпо, там со вставкой. Вставка внутри, а это кашпо. Ну, в общем, ну, знаете, да? В обе такие продаются. Я как-то давно покупала для него. И у меня на втором этаже жил вот такой вот, это правильно называется, замиокулькас. Да? Я права или нет? Не знаю. Вот. И беленький все еще у меня цветет. Вот, и, в общем, ему уже тоже требовал пересадки, и на втором этаже ему не очень нравится там, где он у меня стоял, потому что он, видите, вот такой раздрай у него получается, у него подали немножко листики, в общем, я его решила поставить, ну, пока сюда, между двумя диванами, посмотрим, что у меня сейчас получится, может, куда-то в другое место. И вот этот цветок, который у меня, кстати, живет уже года 3, я купила вот такие, сейчас вам покажу, девочки, вот такие вот кашпо, ну, это не кашпо, это горшок с вставкой. Очень мне, кстати, понравились, заказала я на Вальберес. Единственное, что там нужно всегда внимательно смотреть, если вы заказываете вот такие пластиковые горшки, чтобы они пришли не колотые. У меня уже один раз такое было, то есть, видно, при транспортировке раскололи. В общем, он внутри как бы идет уже, то есть, вот такие горшки, даже, насколько я понимаю, не требуют дренажных вот этих камушков. В общем,
такой вот горшок в горшке, я это называю. Я пересадила вот этот, он тоже у меня, вот это растение у меня уже 3 года. Да, я, кстати, вчера вспомнила, что у меня уже 3 года. И ему не нравилось, в общем, окно, на котором у меня стояло в моей спальне. Батарея в этом году слишком... Ну, мы слишком включали там отопление, короче, с мужем. И он у меня стал сбрасывать вот эти вот свои листочки, иголочки. Я его, короче, поставила здесь на окно, но яркий свет он тоже не любит. А здесь у меня солнце встало и солнце село. Очень светло, но при этом, если те, кто стоят на подоконниках, они получают прям яркий свет, прям чуть ли не прямые солнечные лучи. Поэтому я его решила, короче, повесить вот сюда. Мне кажется, красиво. Как вы считаете? Не знаю. Сделала из вот этого шпагат, или как он правильно называется, так вот обмотала, симпатичненько, мне кажется. И подвесила за вот эту штуку. Муж сказал, что эти карнизы у меня скоро отлетят. Кстати, мне писали по поводу вот этих штор, что это кот. Вот это все выдирает кот, потому что когда здесь он видит каких-то птичек, ему как бы вообще не писано все, что тут стоит. Он видит цель и идет к ней. В общем, муж мне поправит. Вообще их надо снять, постирать и переделать эти крючки. Вот, но, как вы видите, заболела, поэтому, не знаю, может, сегодня этим займусь, хотя навряд ли. Но надо этим, да, этим надо, конечно же, заняться. Муж их постоянно поправляет. Он говорит, я не знаю, то ли убрать шторы, то ли кота отсюда, потому что ему тоже это уже надоело. В общем, так, ну что, все прибрала, да, Джусенька? Меня, кстати, спрашивают все время, что это за порода. Должен был быть шпиц. А выросла, что выросла. Вот. Да? Да, сладкий мой. Скажи, я такая красивая выросла. Девочки, я самая красивая. Да? Самая красивая собачка в мире. Да, вот такая сладенькая. В общем, все, да, пересаживала. Сюда еще притащила вот такую. Хочу столик, в общем, поменять. Ну, пока пусть так стоит. Такую скамейку. Это на улице она у нас стояла. Еще все, красота. Уже осталось поправить мне шторы. И все, красота. Да, Джуся? Такая красавица. В общем, на сегодня, девочки, буду уже с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. До новых встреч.